приехал мотор, гемобиси. Так, гемобиси. Ну, помоги человеку. Нет, он был снят, но его уже поставили. Запас, то есть в ремонт взяли один запас. Давай заведем. А, нет, ты его, Семёновский, я его отремонтирую, что-то? Не будем пока. А почему ты не пошел? Ну, потому что воду надо сейчас, бочку какую-то с водой. А что, без воды, ты говоришь, можно? Нет, нельзя. Документальный. Ямаха Бухи. Кстати, между прочим, Ямаха, Андрюха, да. Это пятисильный, да? Вот это, да, попрет, это пятисильный, да. Это попрет. Кстати, это действительно Ямаха. Ну, я говорю, что это Ямаха. Она что-то говорит, все унифицированы, все детали, все говорит, Ямаха. Я ей говорю, прости, она с ней не видит. И хорошая штука. Да. Ну, так не особо. Это вон, смотри, что запчасти какие-то. Ну, сейчас посмотрим, что они там положили. Да, ну, подожди, надо это поставить. Купить, что ли? А? Купили, что ли? Ну, да, просто я в ахуе. Смотри, как приятно. Дед Мороз ему подарит, да? Такой потянет на лодке. Такой набор. Ну да, набор. Сколько у него? 6, наверное? Отверточка такая. Да это у нас такие. Да мне надо снимать как следует. Да, у нас своих таких. Самое так, это крючок. Статишки какие-то говененькие. Свечной, да. Свечной и такой. Слушай, с этим мотором поедем? Да, минимальный набор. Не обманули. Что там, да, они положили. Они прокладки. Так, прокладочки какие-то. Карбюраторные. Ну, а свечку запасную. И я еще две купил. Шайбочки какие-то. Угу. Так, инструкция по эксплуатации, шплинтик, который выпал. Мне другой поставили. Не оттуда, это я от дерева, наверное, от площадки. Шплинтик, винт, шплинтик. Запасной, да. Да, ну понятно. Все. Так, конструкция по эксплуатации. Двухтактный, да? Двухтактный, да. Конструкция по эксплуатации. А, так и это водяной. Паспорт на китайском языке. Какая ручка. Слышь?